школе традиционно в шестой школьный день, и не только, проводится много спортивных мероприятий, потому что у нас прекрасная спортивная база. Сегодня мы ожидали гости, и в первую очередь мы ожидали, конечно же, не тренеров, а динамошу, потому что это маленькие детки, и через игру они воспринимают все гораздо лучше и активнее. Поэтому они были очень рады, они уже со вчерашнего дня уже ждали, когда придет суббота. Тяжеловато мне дается, когда много детей, то, конечно, детским тренерам я не позавидую, потому что такая тяжелая работа. Детям интересно, там, это самое главное, потому что, ну, главное, чтобы, конечно, ну, не обязательно футбол, могут быть разные виды спорта, а там уже они будут выбирать сами. Если им в душу западет футбол, то дай бог. Спрашивали, как у нас тренировки проходят, там, то есть кто-то спрашивает тоже, там, как начал заниматься, что, там, ну, это же дети, у них вопросы разные, там, что вы едите, даже такие вопросы, там, правда ли, что надо есть кашу, там, фрукты, ну поэтому они, ну, по поведению, по тренерам, то есть там вопросы всякие разные. Даже иногда в тупик такие вопросы там ставили, даже не знаю, что отвечать иногда.